Старейший и один из самых известных в Краснодарском крае Славянский сельскохозяйственный техникум снова стал местом проведения регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции спасательной работы. Он проводится, невзирая на любые погодные сюрпризы. Будущие спасатели смогут работать в сложных условиях, что они и показали в ходе состязаний. Эта профессия очень востребована, о чем говорит высокий конкурс при поступлении. Поступают сюда самые лучшие, и после обучения они будут отличными специалистами. Для того, чтобы стать настоящими спасателями, студенты не только осваивают солидную теоретическую базу по целому ряду предметов, но и отрабатывают под руководством опытных преподавателей практические навыки, которые помогут им в любой трудной ситуации. Все, что уже умеют студенты, а это 6 славянских команд, они убедительно продемонстрировали в ходе выполнения заданий на чемпионате. Опыт приходит у нас с годами, как говорится, поэтому каждый чемпионат носит свои коррективы, придумывают новые задания, усложняют, изменяют, поэтому каждый чемпионат он своеобразен, он интересен, и погода, соответственно, никто не отменяет погодные условия. Участники чемпионата давали слово соревноваться честно и добросовестно. Они с увлечением осваивают свою профессию и очень рады участвовать в этом престижном состязании. Преодоление скального рельефа на скалодроме стало одним из самых серьезных испытаний для конкурсантов. Очень нелегко было на холодном ветру штурмовать специальную стену, но ребята справились. Мы каждый день тренируемся, остаемся после пар. Команда у нас слаженная, все друг другу помогают. Мне кажется, это самое главное, потому что так легче работать, когда вы понимаете друг друга. Самое сложное, наверное, дается мне из-за роста. Мне помогают мальчики, чтобы перепрыгнуть забор, потому что сложно дается это девочкам. А так мы справляемся со всеми заданиями, потому что работаем вместе. Проведение регионального чемпионата – это честь и ответственность, но Славянский сельскохозяйственный техникум был вполне готов провести эти соревнования. Во второй раз здесь соперничают и участники состязаний по компетенции «Бухгалтерский учет». 7 человек из Краснодара, Крымска, Славянска на Кубани и станицы Каневской борются за лидерство. Участники, ребята, которые в Краснодарском крае занимаются по компетенции «Бухгалтерский учет», они показывают очень высокий уровень знаний и навыков в работе, в профессии. А у нашего соревнования сейчас идет второй соревновательный день. Ребята выполняют 2 профессиональных модуля. В данный момент они выполняют модуль ведения налогового планирования. А далее у них будет еще один модуль сегодня, то есть очень напряженная работа. И завтра, в третий соревновательный день, это 4-й модуль, который они выполняют. То есть очень хорошая, тяжелая, напряженная профессиональная работа. Все конкурсные задания разработаны с учетом строгих критериев. Очень строго затем оценивается их решение. К примеру, конкурсант должен рассчитать налоговую базу, заполнить декларацию, оптимизировать систему налогообложения. Итоговые результаты регионального чемпионата будут готовы в течение 10 дней после его завершения. Лучший участник по компетенции «Бухгалтерский учет» и самая сильная команда спасателей будут представлять Краснодарский край на российском уровне. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».